Приветствую вас, братья и сестры. Мир вам и Божие благословение. Сегодня я буду предельно краток. У нас вечером состоится концерт в зале Третьяковской галереи, посвященный земной жизни Пресвятой Богородицы. Концерт накануне Успенского поста. В нем прозвучат песнопения Успению Божией Матери, чтимым иконам и другие песнопения. Сегодня я хочу предложить вам послушать. Это будет первое эфирное исполнение. Духовный стих Богородицы. Дева Богородицы, Чистая Мария. Стихи Ирины Болдышевой. Музыка моя. Не судите строго. Thank you.
прослушали самое первое исполнение духовного стиха Девы Богородицы. Ноты этого песнопения певцы получили в руки за минуту до пения. И поэтому, не судите строго, как я уже просил, это было чтение с листа. А с художественной отделкой это прозвучит сегодня вечером на концерте, на который я вас всех приглашаю. До завтра. Всего вам доброго. Братья и сестры, приглашаю вас на предстоящие выступления нашего хора. Наши концерты проводятся в формате концерт-лекции, то есть перед каждым произведением я что-то говорю о музыке, о содержании произведения, об авторах и так далее. Дворец культуры «Чайка», ближайшее метро, станция Семеновская. Песнопение в честь прошедших праздников Рождества Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня и русские народные и военные песни. В сентябре, когда мы отмечаем День города, вспоминаем и Бородинскую битву. И 27 ноября – это театр «Золотое кольцо», там, где было выступление у нас в мае. Тоже в преддверии Рождественского поста песнопение из литургии святого Иоанна Златоуста, накануне память которого празднуются рождественские песнопения и русские народные песни, которые вы еще пока нигде и никогда не слышали. Ссылочка по нашим концертам приводится внизу.